Появление большого кино на Анапской земле станет событием осени. Организация съемочного процесса занимается Краснодарская кинокомпания. В Краснодарском крае, в Анапском районе, съемочную группу для съемок фильма для Первого канала. Пока не буду раскрывать всех тайн, говорить наименование проекта. Все в процессе запуска, поэтому пока держим в секрете. Но анапчане, конечно, должны понимать, что для них выпала большая честь встретить большую съемочную группу. Также расскажу о том, что будет проводиться большой кастинг для местных жителей. И я лично набираю большую базу транспортников, поэтому желающих поработать со съемочной группой, пожалуйста, найдите нас ВКонтакте, можно высветить мой номер телефона. И мы рады сотрудничеству и благодарим, конечно, главу Анапского района, что нас приняли, с нами ведут переговоры и сотрудничают. Раскрыть подробности проекта представители киноиндустрии обещают в рекламном видеоролике. А пока приглашают к сотрудничеству водителей легковых автомобилей, автобусов малой и большой вместимости. И, конечно же, ждут на кастинг всех желающих. Известно, что главные сцены снимут в Юровке.